Мать напавших на отца и сына в Новых Ватутинках прокомментировала случившееся, обвинив в произошедшем пострадавшего. Ранее в интернете появилось видео нападения четверых молодых людей на отца с маленьким ребенком в Новой Москве. СМИ писали, что зачинщики конфликта – приезжие. Полиция проводит проверку. Пострадавший мужчина заявил, что его четырехлетнего ребенка ударили по щеке, а у одного из нападавших, возможно, был нож. Как утверждает мать задержанных, конфликт начался из-за троих выпивших людей, которые якобы ударили одного из ее сыновей бутылкой по голове. На самом деле там постоянно алкаши ходят. Вот этот человек, мужчина с синяком под глазом, по нему видно, что он любитель выпить. В этой ситуации тоже нужно разбираться. «Это трое били несовершеннолетнего», – заявила женщина. По ее словам, ее дети не пьют, не курят, ерундой не занимаются, по ночам по клубам не ходят. «Они у меня здравомыслящие дети, они рано повзрослели, потому что я больной человек. Они граждане России, они не откуда-то там прибывшие», – заверила она. Хотя ранее была информация, что все они азербайджанцы. В полиции возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на более тяжкую статью «покушение на убийство», а также ходатайствовать об аресте подозреваемых. Расследование взяли на контроль в Центральном аппарате СК и прокуратура. Надзорное ведомство также проследит за соблюдением прав малолетнего.